Ну, все ребята дали интервью. Абсолютно точно. Осталось, да. С организатором всего этого. Привет, Мить. Ты, кстати, идеальный образ. Ты и Кока-Кола. Просто... Да. А, ну вообще, наверное, немножко покажу, где мы сидим. Классное какое-то место нашел Митя. Уговорил меня сюда зайти. Я сначала не хотел. Мне, видите, подушки какие крутые. Мне казалось, что это как-то все нелепо. Пиццерия какая-то в Македонии. Но... Да, в Македонии. У меня тоже уже начинается это болезнь, потому что мы в Албании. После сегодняшнего дня абсолютно убежденность, что Албания не заканчивает никогда. Ну, в Македонии все очень смешно. Там у нас и албанцев много, и македонцев. Вот так вот красивый, хороший ракурс будет. Ну что, сначала классический вопрос, потому что я тебя... Давай я сядь ковром просто. Да, садись к ковру. Ковер и подушки, все очень красиво, мне кажется. Ну, ковер, хорошо. Сначала формальность, потому что я тебя говорю, знаю хорошо, а ребята не знают. Быстренько так, чем ты занимаешься, твой любимый? Ты сегодня же рассказывал миллиону албанцев это, но все-таки. Ну, у меня есть своя языковая школа, которой, в общем, сейчас три группы. Я думаю, что осенью будет расширение большое. Будет больше, чем два языка. Какие там сейчас языки? Ну, был французский язык жестов и был немецкий. А осталось что сейчас? Сейчас так. Будет, скорее всего, язык жестов, испанский и немецкий. Ага. И еще плюс что-нибудь вообще есть идеи. А как называется твоя школа? Гюнтер Грасс. Итак, друзья, языковая школа Гюнтер Грасс, небольшая она не реклама. Языковая. Это важный момент. Просто школа Гюнтер Грасс. Мне кажется, что смысл ее в том, что в будущем будет, в том, что она... Просто, ну, как бы, любая школа, я философски сейчас объясню. Хорошо. Смысл любой школы в том, что люди, для чего люди учатся? Потому что им нечего делать. Ну, то есть, например, вот у нас есть передача «Отиум» с Сережей, и «Отиум», он имеет, собственно, то же значение, что и школа по-гречески. И, то есть, это нечем заняться. Я убежден, что предсказать, что будет нужно людям, невозможно. И поэтому ограничить все языками мне не хотелось бы. Потому что я не уверен, что языки будут нужны в будущем. Потому что возможно, что будет уже программа, которая будет все переводить. Просто это школа, в которой люди, которым нечем заняться, они себя учат. Тебе можно будет пойти преподавателем? Да. Хорошо. Это будет смысл в будущем. Супер. Ну вот вы чем. Я хочу сделать некую гибкую структуру, в которой может любой встроиться и преподавать то, что нужно людям. В общем, друзья, чекайте про школу Гюнтера Грасса. Возможно, к этому моменту там уже буду преподавать и я чему-нибудь интересному. Ну, ждем Сережу. Вот и закончили интервью, можно сказать, на этом. Хорошо, ну вот мы про Митю теперь узнали. Ну теперь пошли к сути дела. Это единственное, чем занимаюсь, просто я еще работаю в Стерблате. И еще, кстати, и школа на Циферблате, и я хочу сказать спасибо Циферблату на Пушкинской за то, что они очень крутые. Я всем рекомендую сходить в Циферблат на Пушкинской. Циферблат на Пушкинской, вы супер крутые. А спонсор? Я вас фанат всегда. Ну и на поправке тоже великие ребята работают. Приходите туда. А спонсор нашего сегодняшнего показа – компания Coca-Cola. Митя? Ну это да. Coca-Cola. Просто мы сегодня… Как там? Original Test. Если ребята не знают, а мы сегодня поднялись на 600 метров в высоту, и если вы как бы можете себе представить, что 600 метров, ну я не думаю, что так прям можно представить, но это очень много. Я, честно говоря, не чувствую мышц вообще нигде. Походу переписывать интервью придется. Вот, поэтому я пью колу, чтобы возобновить немножко, хоть чуть-чуть баланс каких-то веществ. У себя в организме, не знаю, теле вещества сейчас. Вполне, ну... Мы 4 недели пьем колу, чтобы восстановить вещества, да. Вещества, да. А, так, ну хорошо, в общем, практически интервью в «Отиум» превратилось, 5 минут ни о чем разговора пока. Давай главные, в общем-то, теме, хотя у меня написано, что некоторые функции отключены из-за нагрева, и, возможно, камера выключится, но мы обязательно, когда настынет, доснимем вторую часть, я надеюсь, это будет все-таки не скоро. Итак, марафон. Наверное, ключевой вопрос. Как ты к этому пришел? И почему Балканы? Ну, Балканы я придумал еще в прошлом году. Как
Ну почему именно вот балканские страны? Потому что мы были в Югославии, я понял, что в Югославии, в Сербии мы были. Я понял, что Сербия достойна отдельной экспедиции. И хотя в этом марафоне ее не было. Ну, все логично, друзья, как вы понимаете. Нет, господи, настолько гениально получилось, что я был в Сербии, понял, что она достойна отдельной экспедиции, поэтому поехали в Балканы и не поехали в Сербию. Сербия, да, Сербия, ну как бы мы должны поехать в Сербию, но она очень далеко от всех стран, и, в общем, ну не стали туда ехать. Но я думаю, что мы еще съездим в Сербию отдельно. На Балканы натолкнула тебя именно поездка в Сербию. Ну, в целом, да, потому что Балканы хотелось посмотреть отдельно, понять, что это, как здесь живут люди. Да, действительно, загадочно. Это было в прошлом году, в общем, были... Нет, в 2015 году я придумал это, а потом мы ездили в Грузию, и я подумал, что надо в следующий раз ехать. У нас был вариант либо ехать в Таджикистан, либо ехать сюда. И, в общем, все остальное уже придумалось впоследствии. Велосипед и все прочие штуки, они как-то само собой пришли, потому что хотелось... Ну, формат был такой, что мне хотелось проехать на велосипеде, чтобы погрузиться в быт. И если честно, мне кажется, что то, что мы ехали на велосипеде, только благодаря этому нам действительно получилось погрузиться настолько глубоко в эти страны, что вот каждый раз, мы несколько раз ездили на автобусах, мы с Сережей ездили три раза на автобусе ездили. На самом деле, это не так много. Три раза из... Ну вот, за 28 дней 3 раза на автобусе, мне кажется, что это нормально. Во многом потому, что кто-то заболевал, у девочек болели ноги, потом сбила машину Насте. Ну, в общем, вариантов других не было. Но, кстати, мне уже дали добро. Это первое сейчас видео, ребята, где мы упомянули это событие. Я просто сейчас держал рот рукой. Ну, блин, теперь, наверное, не отвертишься теперь, Мить. Ну, расскажи коротко, что же случилось с Настей. Ну, мы выехали из Травника, вот как раз, когда мы решили по Боснии проехаться. И выехали из Травника, и буквально проехали 5 километров, и Настя задела машину, она улетела в кювет и разбила себе лицо. Жуткая история абсолютно. Ну, вообще, как... мне кажется, что хорошо, что это все закончилось так, потому что, честно говоря, я думал о том, что это очень опасно, но... Ну, хотелось давай этого избежать. Сначала скажем, что все-таки все хорошо все кончилось, да, то есть... Как раз я чувствую, отдохнула в Будве, уже в полном здравии, и все, с ней все супер. Вот. Ну, там синяки, ссадины, в общем, пара швов, ничего серьезного, ну, ни переломов, ни сотрясений, да. Там помогли, вообще все хорошо скончилось, и хорошо зашили. Так, а мы, на самом деле, в общем, про Балканы, ну, мы каждый раз, когда мы ездили на автобусе, мы, в общем-то, пропустили соль какую-то. И каждый раз, когда мы ехали на велосипеде, мы погружались в какое-то просто неимоверное количество людей, деталей, событий и всего прочего. Причем самое неожиданное.